Привет, друзья! Для тех, кто не смотрел мой предыдущий фильм, смотрите, пожалуйста, ссылку в описании под этим видео. Напоминаю, что я рассказывал о теплоходной стоянке под названием Валаам. И вот я продолжаю свой рассказ. Нас ждал Санкт-Петербург. Пока мы до него добирались, на теплоходе было не скучно. Каждый день были концерты, в которых я участвовал, так что скучать не приходилось. И вот, наконец, знакомая пристань в Питере, и с утра я решил съездить вместе с туристами на экскурсию в Кронштадт, где я еще ни разу не был. Что такое Кронштадт? Оказывается, как и многие, я мало что знал об этом острове. Ну, знал, конечно, что это стратегический объект, что там несут службу матросы и, пожалуй, все. Так вот, во-первых, этот остров назывался раньше Котлин, и это был пограничный остров со шведами до начала 17 века. Он был безлюдный, нежилой. Также я не знал, что в акватории Финского залива в этом месте глубина всего-навсего не более 6 метров. Представляете? То есть для судоходства больших кораблей это непригодно. Шведы захватили этот остров в 1611 году и построили крепость Нейншанс в том месте, где река Охта впадает в Неву, то есть на Заячьем острове. Причем современная Петропавловская крепость почти точно напоминает в плане крепость Нейншанс. А по сути, это был шведский город с 20-тысячным населением. И согласно Столбовского договора между Россией и Швецией в 1617 году, остров также стал принадлежать шведам. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что остров Кронштадт, Котлин, чем-то напоминает стрелу, направленную в Балтику. Разумеется, это был очень выгодный форпост для защиты города от кораблей с моря. И вот здесь, друзья, внимание! Знаете ли вы, что город Санкт-Петербург появился не на том месте, где он сейчас, а на острове Котлин? Да-да, именно так. Кронштадт – это и есть Санкт-Петербург того времени. Просто историки знают об этом хорошо, но, как говорится, боятся нарваться на неприятности, которые столь характерны для нашего времени. Вот взгляните на эти карты. Это карты времен с 1704 по 1710 годы и обозначают весьма четко город Санкт-Петербург. Видите? Он на острове Котлин. А вот эта карта вообще фантастическая. Сделал ее француз Адам Брант, посол его царского величества. Карта 1722 года, и на ней виден не только Питер на острове Котлин, но и граница, которая отделяет новгородские земли от вражеских земель. И названия этих земель совершенно не наши, а шведские. Вот посмотрите, эта гравюра также многое объясняет. Все думают, что это корабли в Неве и на берегу домик Петра, не так ли? Но тогда при чем здесь надпись наверху «Котлин остров»? Да просто эту картинку в исторических учебниках часто показывают без верхней надписи и называют ее Санкт-Петербургом. Вот как оказывается. И еще. Если вы внимательно посмотрите на шведскую крепость Нейншанс, вот взгляните, а затем на Google карту современную, сегодняшнюю, Google карту этого места, то вы увидите остатки фундамента этой крепости. Видите, в центре белое пятно. Весь этот интересный материал я обнаружил в интернете и ссылку даю вам в описании под этим видео. Вообще, история нашего Отечества настолько загадочна и имеет столько необъяснимых фактов, что просто диву даешься. Что же сделал царь Петр в первую очередь, когда начал войну со Швецией? А используя тот факт, что на зиму корабли шведов уходили в незамерзающие воды,
В результате военных действий русские захватили этот остров и нарекли его Кроншлот, коронный замок. Это случилось в 1704 году, а позже Петр I построил там крепость, которую назвал Кронштадт. Это, в принципе, и переводится как «город-крепость». И там началось развитие и укрепление всяческих базовых строений, причалы для швартовки кораблей, ремонтная база, адмиралтейство. Первое адмиралтейство, кстати, было именно там. Короче, это создавалась база российского флота. Также было возведено в акватории рядом поблизости, было возведено несколько небольших островков с крепостями, фортами для надежной обороны. И за всю последующую историю здесь не прошел ни один вражеский корабль. Мне было интересно узнать, как строили эти острова для фортов. Оказывается, сколачивали деревянные ящики в виде куба размером 3 на 3 метра. Туда засыпали землю с камнями, булыжниками и сбрасывали в море. А теперь представьте, сколько надо было сделать таких ящиков, чтобы поднять землю на высоту больше 6 метров, сделать площадку под строительство каменного бастиона форта, да еще построить сам форт. Это был, конечно, каторжный труд. Кстати, уже после Петра I строительство фортов продолжалось, и вот здесь вы видите форт Александр I, который был скопирован Наполеоном Бонапартом во Франции, и сейчас это форт Бояр. Так вот, Петр I расположил форты таким образом, чтобы они максимально приближались к фарватеру. А фарватеров в этом месте Финского залива было всего-то два. Представляете, для свободного судоходства очень даже неудобно. Вообще, в то время Финский залив называли Маркизовой лужей. Кстати, форт Александр I был построен уже по новой технологии. Чтобы поднять землю на уровень, превышающий глубину в 6 метров, вбивали сваи в дно, а между ними сбрасывали камни. Так что этот островок стоит на каменном фундаменте, и было использовано более 5000 свай. Сверху этот форт напоминает боб размером 90 на 60 метров. Гарнизон состоял из 1000 человек, и внутри этого сооружения было все для того, чтобы вести длительные военные действия. Склады с провиантом, орудия в количестве 137 пушек и всякое разное. И вы знаете, друзья, я ведь рассказал вам далеко не все о том, что сам посмотрел на Кронштадте, поэтому я решил пока на этом остановиться. А в следующем фильме я постараюсь закончить мою кронштадтскую историю. Ну вот, в который раз напоминаю всем вам. Как всегда, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, который известит вас об очередной моей передаче. А выпуски моего журнала чаще всего происходят по вторникам, еженедельно. И если кто-то из вас новичок на моем канале, то начало всех серий моего журнала под названием Music Sky или Музыкальное небо вы найдете по ссылкам в описании под этим видео. Также извещаю вас о том, что по пятницам еженедельно я обычно выхожу с новым чисто музыкальным контентом. Это могут быть и песни, в том числе и мои авторские, это инструментальные пьесы самого различного характера, в основном для саксофона, ну и татарский фолк. Также совсем недавно я сделал новый плейлист, это мои путешествия и всякое разное. То есть здесь будут затрагиваться самые разные темы из нашей жизни, в том числе и рассказы о гастрольных поездках. Итак, увидимся, друзья. Всего вам хорошего. Пока-пока.